И мотор. Руки замерзли. Переписывать? Давай, все по новой. Травин Константин Петрович. Программирую на React, Vue.js и в какой-то степени UI на бэкэнде. Еще с детства я слишком много времени проводил за компьютером. В школе я играл в оркестре. Какое-то время у нас была своя группа. Моя учительница по информатике позвала поучаствовать в конкурсе, где нужно было написать сайт. Тогда я вообще не умел писать сайты. И с выбором конкретно специальности я определился сам, не знал, что именно меня ждет. Когда мы приехали, единственное, что я понял, так это масштабы кампуса, да. Все корпуса такие здоровые, сам кампус огромный. На тот момент это казалось чем-то невозможным. Первый курс одной фразы — это новые открытия, новые впечатления, потому что, во-первых, завел новые знакомства, да, новых друзей. Впервые для себя открыл, что вообще такое программирование, именно по-настоящему. В ДУФУ любил волейбол, он просто погружает тебя вот в некоторую атмосферу, где только ты, 5 человек из твоей команды, все, что нужно сделать, это забить мяч и добиться победы. За последний год было достаточно много мероприятий, в которых я участвовал. Это была победа на хакатоне по большим данным. Победили в кейсе от МТС. Посейдон — это мой самый первый проект. Такой сервис, который позволяет, ну, не только студентам, но и сотрудникам, которые проживают на территории кампуса, записываться удобно на стирку. Предложил одногруппникам сделать этот проект в команде. На текущий момент количество пользователей перевалило уже за 7000. Первый проект вообще, который я вдохнул в жизнь и который сейчас работает и пользуется популярностью. Сейчас я работаю в департаменте программ развития и аналитики ДУФУ. Мы занимаемся проектами, которые помогают оцифровать университет. Мечта на максималках – та работа, которая будет приносить мне не только такой заработок, чтобы я мог жить, не думая там о каких-то вообще проблемах, чтобы эта работа приносила мне удовольствие так, как она приносит мне сейчас.